Девочки, мальчики, всем привет! Я собираюсь к Карине. Сегодня что-то я решила одеть платок, что-то на улице уже как-то холодно. А когда я вот этот платочек свой одеваю, он у меня такой шерстяной, ну, натуральный. И в нем мне вообще не холодно. Но если мне даже жарко будет в машине, то я, конечно, платок могу снять. Я вообще-то не могу ехать в машине, чтобы мне что-то мешало. Обычно я... Когда в машине езжу, одеваю просто жилеточку. Но это у меня пуховая такая жилетка. И в ней тоже, ну, тепло, не холодно. Ну, я не думаю, что мы куда-нибудь у Карины пойдем. Но даже если пойдем, то все равно везде всегда на машине. Сабрина еще не звонила. Ну, у нас еще рано, у нас еще 8 часов утра нету. Поэтому я ее вчера спросила, ну, когда ей должен прийти этот результат ее анализа. Она сказала: мама, мне должны позвонить. Когда позвонят, во сколько позвонят, я не знаю. В общем, как ей позвонит, она, естественно, будет меня информировать. И я потом вам тоже скажу. Что еще? Тортик обалденно вкусный. Ой-ой-ой-ой, у меня тут телефон стоит на этой полочке, куда я поставила тортик. Везу Карине. Володя отрезала 2 кусочка на ужин к чаю. А остальное повезу у Карины покушаю. Я утром позавтракала кофе. Девочки, сейчас знаете, кофе пью вот с этим вот овсяным молоком. Ничего, нормально. Посмотрим. Так, ну все, я собралась. Вроде бы все взяла, что мне нужно было. Сумку здесь собрала. Ну все, я поехала. Сегодня будет такой дорожный влог, потому что я буду опять в дороге туда-сюда. И пожелайте мне счастливого пути, чтобы мне не попались пробки на дороге, потому что в прошлый раз мы с Эриком ехали 2,5 часа. Девочки, смотрите, замерзла машина. Сейчас я ее побрызгаю вот такой вот штучкой. Самое главное — лобовое стекло, потому что здесь вообще, смотрите, о, сильно. Ну, у нас уже 8 часов, ну все, я уже теперь готова, я уже машину загрузила, и я сегодня с собой много не везу, только тортик. Ну и вчера я печеньки купила детям. Так, все. Холодно. Хорошо, что я одела платок. Все, поехали, девочки и мальчики. Я сейчас включу обдув на стекла, будет шуметь. Мне надо, чтобы вот так все, чтобы стекло у меня не потело. Ладно, все, поехали. Мне до Карины, так же как и до Сабрины, приблизительно где-то 130-135 километров. Но они там практически рядышком живут, только солнце меня светит, ничего не видно. Ладно, поехали. Ну что, девочки и мальчики, я еще до Франкфурта не доехала, уже образовалась первая пробка. Не знаю, сколько здесь буду ехать. Но теперь ничего не поделаешь. Что-то дороги такие стали перегруженные. Раньше я всегда, когда к Карине ездила, я вот так же всегда рано утром выезжала, никогда в пробках не стояла. Обычно быстро доезжала. А сейчас какой-то ужас, постоянно в пробках. Причем, когда вы в любое время дня и ночи выезжай, будешь где-нибудь стоять в пробках. Смотрите, девочки, какой здесь туман. Ничего не видно. Это я уже к Карине подъезжаю. И здесь прям все-все так затуманено. Ну, какое слово, ну, это я придумала. Затуманено. Видите? Ну, прям... Кстати, в Штау я стояла, но в пробке я стояла не очень долго. Ну, можно сказать, даже практически не стояла. Мы просто немножко медленнее там ехали. Ну, минут, наверное, 5. Поэтому...
Я достаточно быстро доехала до Карина, но еще не доехала, еду, но я уже рядом. Вот виноградники, видите, с правой стороны. Выглянуло солнышко. Мне сейчас уже скоро сворачивать на Грюнштадт. Вам Грюнштадта поснимаю. Сабрина еще не позвонила, но может быть что-то написала, потому что мне там приходили какие-то сообщения на WhatsApp, но я прочитать же не могу. Но в принципе, если бы Сабрина увидела, что я ей не отвечаю, она бы уже 50 раз позвонила бы. Значит, ей еще тоже не позвонили насчет результата ее ПЦР-теста. Так, мне интересно, сколько бензин стоит. Так, ойра 78. Я свой смотрю, да? И там тоже ойра 78 на Шель. Но я, если что, когда обратно буду ехать, обычно после обеда немножко дешевле стану бензин. У нас был ойра 81. Так, здесь прям три заправки рядом. Здесь сколько у нас? Ойра 76. Вот три заправки на двух Ойра 78, на этой Ойра 76. Когда домой буду ехать, где-нибудь здесь заправлюсь. Потому что я здесь обычно немножко подешевле заправляю машину. Что они так все выезжают, а? Я уже приехала. Я в дороге снимала свой платок, потому что мне было жарко. Сейчас я опять замотаюсь, потому что на улице, я не знаю, я не посмотрела сейчас, сколько здесь градусов показывает. Мне уже позвонила Карина и говорит: мам, ты где? Я говорю, я, Карина, уже паркуюсь. Она говорит: кофе будешь? Я говорю, конечно буду, я ж тортик везу. Она говорит, я, говорит, ставлю. Так что сейчас уже сразу и на кофе. Вот такие вафельки я детям купила. И вот такие вот печеньки. Ну и здесь вот тортик мой. Сейчас пойдем с Кариной пить кофе. Девочки, смотрите, мне Карина сделала как овощную пасту, по-русски сказать, да? Да. Халё всем. Халё всем. Я тебе потом покажу, да? Не знаю, мне холодно. Мам, да, забудь. Надо, у меня тут бардак. Нет там бардака. Есть тут везде бардак. Это она сама делала такую пасту и мне тоже баночку сделала. Ну, это знаете, как мы кубики покупаем, овощные, забрасываем везде, когда кушать готовим. Да, ее можно по-разному варить. Там у меня каротен, ну, морковка, селери, не знаю, как я по-русски, зелери. Как ну, она да. По-русски? Ну, так она и называется, наверное. Потом петрушка, укроп, соль. Что еще? Лаух. А жира никакого нет? Помидоры гетрокнуты, мама. Сухие помидоры? И, по-моему, оливковый. Ага. Мы уже пьем кофе, сейчас будем тортик резать. Мы приехали в центр города. Сейчас я вам его тоже поснимаю. Карина там машину припарковала, сказала, здесь около садика нужно очень быстро проходить, потому что Пауль может увидеть в окно нас. А нам нужно, чтобы он нас не увидел. А то придется его раньше из садика забрать и с собой брать. А мы решили тут по магазинам прогуляться. Сейчас мы пойдем в магазин Action. Вот это вот ихний центр. Мы сейчас вон туда, в Action пойдем. Здесь я вам немножко сейчас центр покажу. Ну, я хотела центр показать сейчас.
Она думает, что я не знаю, куда мне надо. Знаю, я ж тут не первый раз. Ну, в общем, вот сенсор. Вон там кафе мороженое, в которое мы ходим часто с детьми мороженку кушать. Мороженку, мороженое. Ну все, мы идем в экшен. Нет, наверное. Веточки красивые. Уже такой декорацион стоит весь на Рождество. Красивые. Всякие разные заколочки для девочек. Сережечки. Мы просто от Софики кое-что смотрели. Закупилась я. Ну, в основном все Сабрине. Плед ей купила такой серенький. Потом такую вешалку на дверь. Розетки я посмотрела. Мы там не взяли розетки, потому что там их было всего две штуки. Да, они были немножко дешевле, чем в строительном магазине. То их было две, а мне нужно 7. Но я буду где-нибудь в интернете смотреть и сразу закажу. Еще ей там включатели, выключатели надо. Она вчера разговаривала с арендатором квартиры. В общем, короче говоря, краску я купила зря, потому что ей двери должны покрасить. Или сегодня, или в субботу. В общем, как-то так. Насчет розеток он сказал, можете менять, но за ваш счет, короче говоря. Он цену за них перенимать не будет. Ну вот, все как-то так. Поэтому розетки буду заказывать где-то в интернете. И у нас еще немножко есть времени, потому что Пауль еще в садике, еще немножко рановато. Сейчас мы тут немножко прогуляемся и пойдем потом Пауля из садика давать. Карина там где-то сзади отстала. Мы пришли за Паулем. Ой, что-то падает. Вот так вот дети сейчас на улице играют. Вот так выглядит немецкий детский сад. Здесь даже что-то на этой стороне нет никаких горочек, игрушек. Я не знаю, что-то ничего тут не видно. Карина пошла латерны забрать с Паулем. Ну, это такой фонарик. Потому что скоро, наверное, я не знаю, пойдут ли дети в этом году с латернами гулять. Здесь такой праздник есть, когда дети идут, какого, 11 ноября, по-моему, он всегда проходит. Дети идут вечером с родителями и с латернами, с этими фонариками. И получают, ну, у нас, по крайней мере, в Баварии, получают сладкую булочку. Привет. Ты откуда? Откуда? Привет, Пауль! Привет, мой хороший! Ты меня ждал? Молодец! Смотрите, у Карины еще какая клубника растет. В ноябре месяце. Ой, а какая она холодная. Цветет. Классно. Здесь разводить, наверное, будет. Рокки, Рокки, иди сюда. Рокки, не прыгай так. Ну, Рокки, что ты там увидел? Там что-то шумит, там, наверное, мусор забирают. Ты лаять умеешь? Уай, Рокки. Не лай. Мы пьем кофе с Рокки. Да, Рокки? Мы пьем кофе с тобой? Ужас. Да. Я погостила у Карины. У Карины мы сделали опять этот ингвер-цитрон-шот. Ну, это такой, этот ликерчик от кашля. Ну, для поднятия иммунитета. Который я уже делала тоже 2 раза дома. И теперь я еду к Сабринке. Ну, я Сабрине баночку налила, чтоб она пила. У нее сегодня температура 38. Короче, болеет ребенок. Я была в аптеке. Купила кое-какие медикаменты. Сейчас поеду, ей завезу. Тест у нее, друзья, отрицательный. Это не корона. Просто
Она болеет, и она эту всю неделю, ну, короче говоря, в школу ходить не будет, у нее справка, она болеет. В общем, я ей там кое-что купила, ну, вот в экшене, когда я была, немножко показала, там я купила ей плед, вешалку вот эту на дверь она хотела, а я ей купила 2 банных полотенца, 2 для рук, ну, знаете, все такого. Одного цвета, все серенькое. Сейчас же молодежь любит, знаете, чтобы все такое было. Одинаковое, однотонное. Не так, как у нас дома разнобой. Не, я тоже хочу уже дома все вот эти цветные полотенца выкинуть. Помните, раньше всегда цветные полотенца покупали? Вот эти всякие китайские, с розочками, с цветочками, с птичками. Ну, такие красивые. Но сейчас... Так, бензин, между прочим, бензин. Ойра 66. Ну ладно, я, если что, буду обратно ехать, от Саврины заправлюсь, я в Манхайме. Сейчас уже не хочу никуда заезжать. Если что, потом, когда выезжать буду, там будет 1 заправка. Арал тоже, если что, там заправлюсь. Ну там, может, будет на пару центов дороже, ну ладно. Центрум, Vorsicht auf der... Ну, в общем, все, еду теперь к Саврине. Я приехала к Саврине, смотрите, здесь такие пальмы везде растут, да, прикольно. Вон, куда мне теперь идти, вон в тот большой дом. Все, пошла я. Один единственный тут парк-плац было, место, где можно было припарковаться. Алло, Сабриночка. Алло. Как тебе? Температура упала? Никак. Ну, ты температуру померь, сейчас я тебе таблетки привезла, сейчас выпьешь. Да? У тебя такая кружка крутая. Угу. Ты где такую взяла? Мишель. Мишель принесла. Ну, ладно, давай, вставай, я тебе кушать тоже привезла. Все, девочки, мальчики, я теперь от Сабринки домой. У нас время 4:30. Самое главное, чтобы мне сейчас какую-нибудь Тау не попасть. Мне только нужно отсюда выехать. Зачем мне Линкс, когда мне надо Рэпидс? Почему меня постоянно налево посылает? Мне направо, вполне нормально. Я отсюда тоже нормально выйду. О, что-то я устала. В общем, у Карины пока были... Сделали уроки с Софийкой. Ну, начало, да, математику. Она там кое-что спросила. Но так она сама все делает, но ей все равно хочется, чтобы с ней я рядышком посидела. Ой, кто-то себя поранил. Видели, нет, там кого-то на одной ноге ведут. Так. Дойч, она, ну, немецкий она делает сама. Математику я посмотрела. Ну, она немецкий тоже, я говорю, Сови, немецкий сама делаешь. Она говорит, посмотри, вот тут правильно я делаю. Я говорю, правильно делаешь, правильно. Умничка, уроки сама делает. Самое главное, что даже стихи сама наизусть учит. Молодец. Пауль в это время на улице поиграл. В общем, я туда-сюда побегала, то к Карине, то к Сабрине, то к Паулю. Сабрина лежит, температура 38, ничего не выписали, только ибупрофен, и на неделю ей позвонили, что она это, ну, чтобы в школу не ходила, справку дали. Я не знаю даже, какие там справку дали. Может быть, она потом пойдет в пятницу, ее просто заберем. Ну, так, здесь я уже знаю, здесь мне уже навигатор не нужен. В принципе, я уже и так знаю, как ехать, это я так, на всякий случай, включила навигатор. Все, ладно, девочки и мальчики, буду с вами прощаться сейчас, пока доеду до дома. Не знаю, когда я смонтирую вам этот влог, но постараюсь. Ладно, буду прощаться с вами. Всем пока-пока.
И до завтра.